Всем привет, ребятки! Вы на канале Duda Play. Мы продолжаем играть в игру Hills of Zombie. А вот у нас есть такой вот монстр трак. Давайте поедем на нем, прокатимся. Давайте. Так, у нас монстрики бегают. Вот такая тачка у нас, ребятушки. Сегодня мы будем прокачивать тачечку нашу. Наша тачка монстр трак. Посмотрите, какие у нее мощные колеса, какой у нее ускоритель, который закончился. Ё-моё, смотри, у нас не хватает мощности. Даже подняться, что ли? Нет, поднялись. Да, движок нам нужно с вами, ребятушки, как следует прокачивать. Ничего, сейчас мы заработаем денежек и прокачаем. Да. Сейчас мы все прокачаем. Сколько мне дадут денег, сейчас посмотрим. 761 монетка, неплохо. Это вот 1600. Давайте приобретем, естественно, наш двигатель. Так, хорошо. Отлично, поехали. С мощным двигателем. Ну, конечно, он не супер мощный. Прокачивать еще есть много чего, сколько. Но уже получше все равно будет, мне кажется, ехать. Ну, естественно, и денег надо побольше. Так что, ребятушки, ставьте лайки, пожалуйста. Обязательно. Давайте соберем 10 тысяч лайков на видео. Вот, и обязательно подписывайся на канал. У нас не хватает, я так понял, еще этого самого. Ускорителя надо побольше сделать. Ускорителя не хватает. А чем больше ускорителя, тем лучше. Так, давайте этих монстриков мы поднажмем немножко. Давай. А, топливо закончилось. Я чуть-чуть, мне осталось чуть-чуть доехать. Совершенно чуть-чуть, ребятушки. Доедем скоро. Денег сколько нам дадут? 900 монет, неплохо. Да. А если мы, ребята, купим пушку? А почему бы и нет? Давайте возьмем пушечку. И еще купим бензинчика. О, теперь мы точно уже доедем с пушкой. У нее еще лазерное направление? Да ну нафиг, прикинь. Офигеть, с лазерным направлением, видно, да? Офигеть, вот это прокачали игрушку. Офигенно, да, ребятушки. Прокачали вообще неплохо. А мне вот интересно, первые уровни они прокачивали или нет? Или это только такой вот уровень классный, прокачанный? Да, будем смотреть, хватит ли нам бензина сейчас или нет. Вроде бы едем хорошо, быстро. Да, и зомбаков мочим. С нашим-то. А, закончилось топливо. Так, ладно. Подождем немножко, да, ребята? Ага. Сейчас мы прокачаем еще что-нибудь. Давайте прокачаем, я думаю, тысячу. Давайте ускоритель прокачаем. Неплохо было бы. Все. И теперь мы точно с вами первый этап проедем. Спокойно причем. Поехали. Так, у нас зомбаки, зомбаков мы сейчас фигачим. Так, сколько там было? 8 патронов у нас, ребята? Что-то я не посмотрела. Ну, сейчас пока 4 патрончика. Ну, как они, какие мощные. Какой мощный трактор, а, ребята? Всех мочит зомбаков. Так, давай. В смысле ты отстал? Давай, поехали. Осталось-то проехать чуть-чуть совершенно. Так, закончилось топливо. А у нас еще немножко ускорителя есть. Сейчас будем чисто ехать, ребятушки, на ускорителе. О, и ускоритель закончился. Да. Давайте посмотрим. Чуть-чуть не доехали. Сколько монет? 800. 800 монет. Сейчас мы что-нибудь здесь купим. Я предлагаю купить двигатель. Да. Движок. Все, поехали. Едем. Так, двигатель у нас помощнее стал. Я думаю, мы проедем сейчас. Опа. Так, поверху поехали. Так, хорошо. Бочки. Вот эти бочки, интересно, сделали анимацию прям. Когда взрываются такие, летят. Ядовитые, зеленые такие. Ну, какая-то отрава, видимо, в этих бочках лежит. Так, а ну что, у нас ускорение закончилось? Ё-моё, давай, поехали без ускорения тогда. Ладно. Так, тихо, едем. Сейчас, наверное, доедем. О, давай, машинка.
не хватает мощности. О, практически доехали. А-а-а, кончилось топливо, да ну? Совсем чуть-чуть оставалось, ребята. Но зато радует то, что побольше денег дадут. Вот, 890 монет. Итого у нас 1200. Ну, давайте приобретем тогда, может быть, приобретем трансмиссию, коль она нам нужна все равно, то мы на первой трансмиссии едем, поэтому, может быть, она, возможно, у нас и тормозит постоянно. Да, сейчас скорость побольше, смотри, больше 60, под 80 километров в час мы едем, ребята. Это очень даже хорошо. Так, сделали они побольше эти самые, я понял, туннели, видишь, какие они широкие стали. А то были раньше маленькие. Какой-то графист у них появился, у разработчиков. Кто это все нарисовал? Туннельчики такие большие. С освещением даже. Прикольно, прикольно. Так, ну и что, мы доезжаем или нет? Все, все закончилось. Да ну, как так? Нам чуть-чуть-то осталось доехать-то, ё-моё. Ладно, значит, что-то мы не докупили. Надо что-то докупить нам. Что у нас мы не докупили? Ну, давай возьмем вес. Увеличим. Все. С увеличенным весом мы будем все разламывать лучше. Нам не страшны всякие коробочки, зомбаки. Так, тихо, наверх залезем. Да, заехали наверх. Давайте поверху поедем. А вообще нужно этот ускоритель, мне кажется, прокачивать, да и все. Максимально. Видишь, ускорение заканчивается быстро. Ох, нифига, смотри, мы как коробки-то эти все сложили. О, наверх не получилось нам заехать, ладненько. Так, давай, еще немножко, еще. О, хорошо, ребята. Возможно, даже доедем мы с вами. Возможно, даже мы с вами и доедем. Давай, машинка. Еще осталось совсем чуть-чуть. Да, мы покорили этап. Да, есть. Этап завершен, ребята, я вас поздравляю. Всем большое спасибо за лайки. Спасибо за ваши комментарии. А также передавайте привет, пишите привет под видео. Мы проехали этап и отправляемся дальше на нашей машинке. А у нас будет еще вот такой вот мощный трак. А потом у нас еще будет какая-то гоночная. Смотри, видишь, мы подбираемся все куда-то. Это белый дом, смотри, нифига себе. А здесь пустыня. Потом еще какая-то пустыня, ночью пустыня. И просто производственные какие-то дома. Непонятно, что это. Хорошо. Что у нас здесь по деньгам? 1300. А, ну, давайте движок. А, подожди. Я же хотела ускоритель покупать. Да. Все. А, ускоритель. Еще два раза ускорителя мы поднимем. И будет у нас максимальный ускоритель. Так, смотрим, где мы здесь едем. Что здесь интересного добавили. Ох, нифига, какая шахта мощная, большая. Ага, и вон монстры, смотри, прыгают на нас. Ладненько. Ох, смотри, прям шахту они увеличили. Шахта прям большая стала. Они переписали всю игрушку, смотри. Вот это да. Интересно, там что за шахта была глубинная? Может быть, туда надо бы тоже отправиться, посмотреть, что там. Интересно. Давай, монстр трак, давай, пожалуйста. Так, все, сейчас все закончится у нас. Ускоритель. О, не пролетели мы. Ну ладно. Все, бензин заканчивается вообще быстро очень. Все. Ну, смотри, мы практически доехали до второго, да? Ага. Практически доехали. Так, это тысячу монет дали, офигеть. Это очень даже таки много, немало. А давайте мы приобретем. Так, ничего не будем приобретать, потому что я хочу приобретать этот самый ускоритель. Подождем немножко. Едем дальше. Так, у нас монстры. Давайте это проезжаем. Вот это давайте место. А сюда можно спуститься, посмотреть, что здесь будет. Ох, нифига. А мы здесь не были. Здесь очень много этих зомбаков. Давайте мы зомбаков этих здесь помочим. Я помню, когда играл Arm to Die машинку. Помните, ребята? Arm to Die игрушку. Играл я месяц назад. Где-то примерно. Мы ее с вами, кстати, все прошли.
Так, и вот эту игрушку тоже мы сейчас играем. А сейчас уже май месяц 2020 года. Мы играем с вами от Hills of Zombie. Да, они прошли. Надо, да, что-то... А, ну мы сейчас это ускоритель приобретем, конечно же. 800 монет заработали. Ну, чуть меньше, конечно, чем до этого было. Давайте приобретем ускоритель. И у нас еще 500 монет остается. Будем копить еще на второй ускоритель. Давайте еще быстренько проедем, посмотрим. Заработаем немножечко на ускоритель-то наш. О, а, кстати, пушки 12 патронов у нас. Я думал 8. Нет, 12 патронов тоже нормально. Нормально. Так, ускоритель, ускоритель. Вот, видишь, как с ускорителем прикольненько. Вот так хорошо. Еще и куча ускорителя, половина еще осталась. А, я хотел туда же проехать, ну ладно. Уже назад ехать не будем. Нам только вперед надо. Так, а может быть и проедем, ребятушки. А, не, навряд ли, смотри, уже бензин уже заканчивается, все, закончилось топливо. Тут мы еще прокачать нужно будет бензобак. Это, конечно, точно. А, 1000 монет? Вот это уже хорошо. Неплохо вообще, 1000 монет, это очень даже хорошо. Ну что ж, осталось мне немножечко добавить, но на ускорение 500 монет. Этим мы будем заниматься в следующем ролике, дорогие друзья. А на этом будем заканчивать. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, передавайте привет. До новых встреч всем, ребята. Пока-пока.